Всем привет! И вы на канале Милана Руль. Да, сегодня Милана нам покажет свою большую шкатулку с украшениями, да? Да. Какие у тебя там украшения есть? Крутые, да? Вот они, что есть. Вот они, украшения твои, да? Вот тут. Вот моя цепочка. Подожди, сейчас. Не успеваю за тобой. Ой, цепочка какая. И Миланин крестик. Цепочку мама с папой подарили, да? А крестик баба Нуна. А вот это что? Это мои. Да. А то Милана уже себе приграбастать хочет. Покажи свои сережки. Ща. Какие у тебя еще одни есть? Сможешь сама достать? Конечно. А блин, она уже все знает. Куили. Вот. Ой, Милана их что-то уже, видимо, смотрела, потому что что-то она их вдавила как-то странно, да? Ты что, уже смотрела? А, тут двое, кстати. Это мои еще детские, вот такие, да? А теперь это мои. Иди покажи своим на своих ушках, это баба ей тоже. Теперь это мои. Да, теперь это твои, иди на стульчик садись. А то не видно для тебя. Вот у Миланы вот такие крутые вообще. А смотри, что у меня тут. Миланин, а вот это папин, кстати. Да, на 23 февраля Милана делала подарок в садике. Да. Такие вот у нее с бриллиантиками, сапфирами. Да, что у тебя тут еще есть? Покажешь? Зеркало. Цепочка-то вообще классная. Такая для девочки, для принцессы. Вот это пакетик этот. Это мамин браслет. У мамы что-то все нынче порвалось. Браслет порвали. А можно мне это? Цепочку порвали. Можно мне это открыть? Доченька, это нельзя. Это для того, чтобы, как сказать-то, сырость. Ботиночки. Ну, это, кстати, да, и ботинки тоже ложат. Это просто для того, чтобы не отсыревало, чтобы все это не заплесневело. Ой, смотрите, что они делают. Это козочка маленькая, мамины кольцами. Тут, кстати, не все, но... А мне тоже принесли, я найду свои кольца. А у тебя... Ну, у тебя-то колечки красивые, принцессы, а это-то такие. У тебя тоже потом такие будут? Я пойду найду. Неси. Сколько сережек? Ну, а трое разве это мало, Сережа, тебе? Мало. Тебе 4 года, почти, можно сказать, на каждый год по сережкам тебе достается. Разве это мало, Лека? Да. У некоторых и столько нет. У тебя и так всяких украшений хватает. Милана очень хочет цепочку носить, но мы никак ей не разрешаем. Боимся, что она в садике ее потеряет вместе с крестиком. А цепочка достаточно хорошая, как бы жалко будет. Мама, я хочу на цепочку. Ну, доченька, страшно. Так не надо ее одевать, ее нужно расстегивать. Иди, я тебя одену. Не знаю, как. Не сломайте. Там не порви ничего, аккуратненько. Да, вот тут. Да, давай я тебя просто. По крестик осторожно. Вот она какая. Длинная. Все, не будем пока одевать, да? Поэтому нам еще нужно покреститься. Ты же у нас еще не крещенная, ты пока крестик не можешь носить. Мама, а пожалуйста, найди мои колечки. А где их найти, твои колечки? Мама, где найти? Твои обычные колечки? Пластмассовые, принцессовские? Да. Ну, надо поискать хорошенько их. А ты знаешь, где они у тебя были? А в зеленой коленке, походу. Походу, а там много игрушечек, да? Ой, ой. Все, девушка зуб. Не-не-не-не-не, мы кладем все обратно. Я выхожу. Это не игрушки. Выхожу. Ты забыла, что ли? Это игрушка. Игрушка? Нет, золотые колечки, доченька. Они тебе потом достанутся, мне-то они зачем, да? Да-да-да! О, серьезная девушка какая, да?